Хочу отметить, что больше половины ребят, которые приняли участие в акции «Трудовое лето», это ребята из семей, так, относящихся к так называемой категории риска. Да, это неполные семьи, это малообеспеченные семьи, ребята, которые стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Вообще, таким категориям мы стараемся давать предпочтение, потому что прекрасно понимаем, что, с одной стороны, это возможность занять себя, да, а с другой стороны, все-таки определенная материальная поддержка семьи.